Здорово. Ну что ж, мы продолжаем Обитель зла. Четвертый ремейк поганый проходить. Что не футболка какая-то, она куда-то, блядь, непонятная, затянута. Ой, сейчас чихну. Ой. Чихнул. Чихнул. С соплями прям. Микрофон. Ладно, продолжаем проходить. И разочаровываться. Прости, но надо идти. Да ты прям на пол вот ложись, прям здесь вот, и отдыхай вот. Чё тебе, блядь, мешает? Не понимаю. Мужик с картины и из головы. Физика стульев потрясает. И сейчас будет полная деревня этих, да, уебанов. Так несложно догадаться. Про погоду Ханиган не врала. Обрезание! С дороги! С дороги, блядь. А их там до хренища ходит. Так. Эшло. Все путем. Здесь оставайся. Ага. Нахуй. Пошел. А здесь интересно. Эти двери также? Чё? Блядь! Слышь ты. А, я ее застрелил, да? Да ладно. С кем не... Кто свою бабу не бил? Это я так шучу сейчас. Эшли идти рядом. Эшли бить за лупой по губам. Губа залупная, Эшли. Давай, я понял, да. Я облажал. Эта дура не стоит. Она все равно двигается, блядь. Смысл ей давать какие-то приказы, если она... Хуйня. А чё за хуйня? Умрешь. Если не какая-то ручка брать. Блять! Знаешь что, мужик? Иди нахуй. Бабище. Да ты серьезно? Да какого ж, блять? Рожна! Даже не думай, блядь. Ах! Я тебя-то не заметил. Еще. Да. Вообще дверям похую. Так, ну я даже не знаю. Нам сюда. Нам сюда. Ты должна открыть оттуда проход. Готово. Хвалю.
Попали. Она в этом очень нуждалась. Твоей хвалю, блядь. Так. Давай мы два вот так вот. И так как бы достаточно этого баблища, блядь. О, все, этот ключ, он уже не нужен. Его можно продавать смело. Хорошо. Блядь. Ага. Что, блядь, за эротика нахуй? Так, понятно. Писька. Писька. Это, блядь, извращуги есть сплошные. Хочу проверить. Так, Эшли, может, ты съебешь нахуй? Я же, блядь, за тебя не вижу нихуя. А, да? Ты такая мощная мина? Да вот не надо, блядь. Ага. Как Пакман. Сама сотри. Нет, сама прыгай. Это уже как минимум похвально. Блядь. Опять это вот эротика какая-то. Смотри, они везде, да, эти бочки. Респаунится. Так, я правильно иду? Ай, собаку уже. О. Назад, блядь. Эшли, идем назад. Я ж собаку вонючую не убил. Надеюсь, ты сможешь все это сама там сделать, спрыгни. Так. Я теперь точно простужусь. Да, ради бога, я что, против, что ли? Есть еще одна средняя метка. Так. Вот, все верно, нам сюда. Жизнь, конечно. Очень немножко. Я так хочу домой. Ну, а я тебе что сделаю? Ах, какой. Так, мы сейчас выйдем, там будто пес, да, поганый. Я не знаю, все-таки подлечиться, наверное, стоит. Создать патронов.
Так. Где этот пес? Прям в здании, что ли? Блять, сейчас будет тяжко с ним сражаться. Наверное, в здании как-то. Да ты можешь не кряхтеть-то так? А где этот пес? А, точно, здесь еще место, где можем использовать Эшли. Типа как крюк-кошку закидываем. Вот. И она путь на чердак откроет. Может, там и сидит этот пес? Может, пес настолько умный, что он может вот на чердак просто взять и залезть? Сюда. Никто ж не знает. Ага. Ладно, возьму только пистолет. Где это мы? Ку-ку, блядь. Так, есть стрит, есть травка. Стерхсмесь создаем. Так. Все радостно закричали, услышав шум лодки со стороны озера. С этим чудесным маслом ловить рыбу будет как никогда просто. Металлургический завод возвели всего год назад, но он уже стал неотъемлемой частью нашей деревни. Наши косы и ножи сияют ярче прежнего. Две рыбины, которые нам достали, едят почти все, что им дают. И хорошо размораживаются. Рыбопитомник на болоте тоже добился больших успехов. Днем я учу детей грамоте и счету, а по вечерам прихожу на ужин какой-нибудь семье. Нихуя, такой простой, типа, захотел туда, захотелся, чтобы послушать, как они справляются с тяготами жизни и узнать свежие слухи под крышей построенного нами дома. С тех пор, как мне удалось открыть нашу деревню для внешнего мира, мы живем в благодействии, а люди стали счастливее. Порой они даже улыбаются. Нихуя. Странная группа людей в черных одеждах пришла в деревню из замка и подняла зловещий флаг с эмблемой, похожей на паука. Прочитав проповедь о спасении и всепрощении, каждому из нас сделали инъекцию вещества, которое, по их словам, излечит нас от безумия. Но можно ли доверять им? Нет, конечно, вас жестко наебали. Ага. Чё тут? Пришли за деревней, мое отсутствие. Пусть на сделанных тобой фотографиях всегда будут улыбаться лица. Да. Они будут улыбаться. Так, я слышу его, но не вижу его. Она. Они очень улыбаются. Благодарю, металлургический завод. 92 год. Сегодня старейшина доверил мне вести дела в деревне. Он сказал, что я постепенно освою свои навыки обязанности. Начну с того, что буду вести хронику нашей деревни. Есть много слов, которые я пока не могу написать, но старейшина поддерживает меня, буду стараться. В доме озера живет маленький мальчик со своим дедом.
Матушка его, кажется, отправилась на небеса сразу после его рождения. Дед не слишком разговорчивый, зато паренек очень смышленый и бойкий. Он сегодня снова рассказывал мне сказку про рыцаря, который ездил верхом на ослике. Дед сильно заболел, ему с каждым днем все хуже. Мальчик очень за него переживает, а среди жителей пошла молва о безумии. Напоследок старик отвел меня в сторону и сказал: «Если что-нибудь случится, ты знаешь, что нужно делать». Я только кивнул в ответ. Это была жуткая ночь. Все стояли и смотрели, как горит дом. Мальчик тоже смотрел, не говоря ни слова. Он не шелохнулся, даже когда зашло солнце. На следующий день он исчез. Мальчик испарился, потому что он был спальщик старинной фотографии. Фотокамера. А нахуй мне усралась? Ага. Семья Наварро. 84-81 год. Так, и что это вот? А где псина-то? Или ее надо как-то активировать? Не знаю. А может, сюда надо выйти? Да ее здесь нету. Или она прямо здесь вот где-нибудь. Заебало ты там кряхтеть. Где эта псина, блядь? А, вон она. Ты куда? Воу-воу-воу-воу! Нихуя сейчас обосрался немножко. И куда она побежала, эта псина? А, вон она носится. Да? Привет. А, хороший скелетик. На тебе, блядь, захватывай. Ёбаный. Ты! Как ты? Да вроде бы цела. Слышь ты, блядь. Ну вот и все. Это она жирная, бля. Ты цела? Да. Это все, что мне за нее дали, какую-то хуйню. В норме.
Блядь, ты еще медленнее не мог перезаряжать это все. Ладно, давай на арбалет действие посмотрим. Мужчина пиздит. Так, все, зверюшку убили. Угу. Двенское святилище. Вот те же деревья, то есть то же самое вирус, что и мой во сне. Что ты пиздишь, я тебя не понимать. А что за хуйня произошла? Зависла? Прикольно. Да. Здорово. О, отлично. Ой, да ну нахуй. Серьезно? С дороги. Блять. Блять. Ой. Арбалет. Да иди ты нахуй, слышь, чё? Господи, блять. Пистолетом нахуй заебень. Корова, ты охуела? Ну чё бы и нахуй сюда? Как я не прыгаю. Эшли! Да ты... Уёбываем, уёбываем. Спасибо. Беги нахуй. Эшли! Да. Вот.
слабче. Эшли, ты бы встала. Спасибо. Нахуй. Не за что. Стоишь такая, блядь. Блядь, коровы какие-то охуевшие. Все здесь что-то охуевшие вообще. Это дермоарбалет, блядь. Спасибо. Стрелы, бля, верни. Так, я там все свое забрал. Да. Да, какой же это говнище арбалет, его срочно надо прокачать. Так. Бабушка курит трубку. Так. Торговцы. Ну и нахуй. Трубка, трубка. Это то место, где мы сейчас будем отбиваться, блядь. Там и Луис, да, будет? А у меня же нету нихуя, чтобы отбиваться. Это ж, блядь, потрясающе просто. Харя, хлю, блядь. Звук. Живее. Сейчас музыка. Так. Слушай, в тот раз я... Да, я просто... помню. Это же твоя пропавшая сеньорита. У сеньорит есть имя, Эшли. А ты кто? Я Луис. Энкантадо. Класс. Все представились. А теперь... Кто ты такой? И что ты здесь делаешь? Хорошие вопросы, но, к несчастью... Эшли, прячься. А раз так... Эй, помоги! Эшли, живо! Сюда! Лезь! Сыграем. Их целая толпа, а нас двое. И замечу, эта толпа состоит из чудовищ. Закончил разминку? Растяжку сделал? Да. А теперь заткнись, пожалуйста. Расслабься, ковбой. Да не могу я расслабиться. А чё звук, блядь? Тут. Так, Луис, да, там вообще ебашится с ними. Так. Что можем создать?
На дробаче, естественно, надо создать. Надо создать. Вот эти паттерны создать. И на пистолет. Бля, это свет шумовой-то у меня нету, да? Как там? Да, блядь! Сука Подожди-ка. Так, с этим закончим. И ты чё там? Так. А все, больше ничего не буду. Ебать, лестницу тащим. Блять, на второй этаж. Давай, блять! Так, я что-нибудь могу... Ага, нет, мешочка. Блядь. Смотри, какой там здоровяк! Прости, я немного занят. Эй, гости недовольны! Я обычно клиент всегда прав. Но явно не в нашем случае. Нахуй! Леон! Сюда,
чё со с музыкой-то, блядь? Блядь. Все выжили? Эшли. Что? Что со мной такое? Эшли, скажи, ты до этого уже кашляла кровью? Может, объяснишь? Такой кашель вызывает нечто под названием плага. Короче, вы видели тех людей, да? Вот внутри тебя такая же штука. Именно из-за нее они стали такими. Эти симптомы, которые у тебя проявились, лишь только начало. Я не хочу стать такой. Но все не так страшно. Пока что этого паразита, плагу, еще возможно удалить хирургическим путем. Нужны кое-какие знания, видите? И оборудование. Так ты тоже? Не бойтесь, у Луиса есть план. Но без доверия никак. Класс, значит, решено. И почему? Вопросы подождут, у нас мало времени. Хотя Луис, блядь, помочь? Урод. Мне от этого легче, скажем так. Ладно, до связи. И съебал. Дальше не главы. Сохраняюсь и выхожу, потому что что-то... Типа тупит, сам слышишь, как звук, да? Обрывается постоянно. Это что за хрень происходит? Вообще не понимаю, что за бред? Давай уже, глава, завершайся. Или ты никак построиться не можешь из-за этого звука? Господи. Нет, посмотри, мы дождались. Типа, как я только запись отключил, оно быстро... Блядь, что-то вот эти новые дрова, которые вышли, вообще говно какое-то. Мне вообще не нравится. Может, вообще их не стоит ставить? Эти все дрова новые. Они, мне кажется, только ухудшают работу старых видеокарт. Это чтоб народ бежал за новыми. А, у меня уже не вывозит. Так вывозило, а теперь не вывозит. Настроенные. Что-то, мне кажется, они через программное обеспечение ограничения какие-то ставят. Твари. Раньше, кстати, на высоком она работала, да? Загруженность видеокарты была не на полную, там всего лишь на 5 гигов. А теперь там, блядь, на среднем, нахуеднем, и уже всю видеокарту, типа, занимает. Привет! Сиги есть? Да, твои любимые. Где янтарь? Здрасте. К сожалению, он у меня не с собой. И ты должна сказать, какой я все-таки молодец. Ухитрился спрятать его прямо перед тем, как меня сцапали. И поэтому я все еще жив. Мне помнится, мы должны были вытащить тебя в обмен на янтарь. Нет янтаря, нет защиты, Луис. Какая ты все-таки зануда, Ада. Ну ладно. Сейчас схожу за ним. Мне как раз нужно достать еще кое-что.
это гнездо. Плохие новости, Кондор-1. Погода нелетная, поэтому вертолет до вас не доберется. Подождешь, пока буря пройдет? Нет, слишком опасно. Попробуем найти безопасное место. Мне жаль, но здесь я бессильна. Не волнуйся, если будет надо, доберемся вплавь. Кондор-1, конец связи. Идем. Что? Что со мной теперь будет? Для начала, давай просто выберемся отсюда. Да, ладно. Глава шестая, да? Бля, вот это он долго ее там распаковывает. А чё, я все назад не смогу попасть? Так, сейчас до сохранения-то дойдем. Я надеюсь, он тут скоро будет. Значит, ты выполнил просьбу. Да. Этих мелких гадов так щупальцами на голове, мало того, что они... Так. Впрочем, у них есть одно слабое место, они теперь... Ну, это понятно, с гранатами. Спасибо, друг. Так. Друг, блядь. Что ты нахуй? Чё бы мне создать такого? Патроны на дробаш? Ну и все, да. За хорошую работу надо хорошо платить. Я обновил ассортимент, друг. Во. Тебе важнее деньги или жизнь? Выбор прост, друг. Смотри. Да? Есть оружие. Полицейское, это хорошо. Удачи тебе, чужак. Так, продаем. Вот этот ключ, он нам уже не нужен. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Да-да-да. Я об этом наслышан. Так, все, вот это вот все мы продаем. Обменять. Куплю по высокой цене. Иди в жопу. Что-что? Это поможет тебе проучить их. Так. Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость. А чего ты мне порох за эти монетки-то продаешь? Дурной, что ли? Так, теперь мы тебе продаем. А вот, ружье, да? Сука. Нам все равно, рубины или рванина. А я, блядь, съел патроны. Вот, блядь, отстой. А нельзя, допустим, чем разорвить? Чем приходи в любое время.
нельзя разоружить. Вот говнище. Так, продаем, значит, дробач и покупаем новый. Привет. Сука. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Продаем. Спасибо. Так, покупаем. А, дробовик что надо, друг. Превратит любого врага в кровавую кашу. Хуяшу. Так, теперь улучшаем. У тебя есть купон? Славно. Выбери. У тебя есть чутье, друг. Нихуя 20 тысяч. О, зато сила, смотри, какая. Это да. Очень тонкая работа, чужак. Запас. Малым можно достичь многого. Вот увидишь. Скоростей. Попробуй-ка это. Так. Давай еще боезапас. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. И скорострельность. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Иди в жопу, блядь. Друга. Так. Итак, чем я могу тебе помочь? Ты только там не убейся. Так. Ну все, сохраняемся, и на этом, типа, начнется новый эпизод. 6-й, да, если не ошибаюсь. Ну все, теперь до скорого.